16 января. Отель Rio Palace Bavaria. Самый крутой отель на побережье Бавара. Самый новый. Самый дорогой. Русских тут почти нету почему-то. Целый вечер вчера искал русских. И нет, одна английская и испанская речь. Французская, японская. А русских нету. Удивительно просто. Даже странно. Штормит сегодня слегка. Ну и понятно. Зима. Температура воды 25-26 градусов. Температура воздуха такая же. Но штормит, зима. Пальчиков с утра мало.